15 и 16 сентября Славянский район отметит свой 99-й день рождения. На День города и района запланировано проведение множества культурно-развлекательных мероприятий. Мы расскажем о самых ярких из них. 15 сентября на Театральной площади около детской библиотеки и кинотеатра «Кубань» будут работать тематические фотозоны. В 17 часов вечера на озере Таока можно будет покататься на каноэ. В 18:30 в Северном парке начнет свою работу творческая площадка «Поющий парк». Продолжится вечер в 19:30 с кинопоказом «Под открытым небом». 16 сентября с 9 часов утра в Северном парке начнут работать детские развлекательные и спортивные площадки. В 9:30 стартует квест по улицам города. Сбор желающих принять участие в квесте также в Северном парке. Здесь же состоится районный фестиваль детского творчества «Радуга талантов». В 15 часов, но уже на Театральной площади, откроется выставка-ярмарка славянских товаропроизводителей. В это же время начнется фестиваль современного танца «Моя тема». А в молодежном сквере конкурс поэтического мастерства «Открытый микрофон». В 17 часов на главной площади города пройдет районный фестиваль народного творчества «Родные просторы». А завершится праздничный день выступлением кавер-группы «Алекс и Ася». Начало концерта в 20 часов. Поздравляем всех славянцев с наступающим праздником. Только хороших новостей вам и позитивных эмоций.